Открытый чемпионат Чувашской региональной организации общества «Динамо» по рукопашному бою был посвящен столетию советской милиции. По традиции в нем приняли участие коллеги из других регионов. Лови его просто. Вал. Бросай, зайди. В борцовском зале спортивной школы «Спартак» собрались около 100 сотрудников, работающих в различных подразделениях органов правопорядка и безопасности. У турнира большая история. Каждый сотрудник просто обязан владеть основами рукопашного боя. Рукопашный бой является основой боевой социальной подготовки сотрудников подразделений специального назначения. Позволяет сотруднику быстро и эффективно задержать любого преступника, в том числе и вооруженного. На этот раз вместе с бойцами спецназначения «Гром» за победу боролись лучшие сотрудники органов правопорядка еще 10 регионов страны. Сюда приезжают не слабые ребята, все со спецподразделения, все подготовленные сотрудники и все с желанием победить. Настраиваюсь на каждый бой, потому что наша задача сегодня – это выигрывать как можно лучше. Задача – выиграть. С задачей спецназовцы справились. По результатам боев сильнейшей признана команда СОБР отдела Росгвардии по Чувашии. Серебро у бойцов отряда спецназначения «Гром» МВД по нашей республике. Бронзу завоевали их коллеги из республики Мариэл. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Андрей Спиридонов, Республика.